Друзья, квартиры трехкомнатные бывают 100, 150, 200 квадратных метров. А есть оптимизированные, где ничего лишнего и доступно по цене. Мы как раз в такое, почти все закончено. У нас установленный шкаф-купе при входе. Вот такой у нас ливинг, либо зал с отдельной кухней. Сделано все по дизайну, то есть цвета подобраны со вкусом. В данном случае из трехкомнатной сделали двухкомнатную с ливингом, то есть была планировка трехкомнатная, и сняли перегородочку, вот здесь она была перегородочка, и сделали две с ливингом. Очень красиво смотрится, ванная, туалет раздельный. Здесь по освещению у нас раз основной, дополнительный и прикроватный. Ну прям красота, красотули. Вот она, родительская спальня, аналогично. То есть здесь уже прям здоровенная такая кровать, скоро матрас должен провести. Прикроватные светильники, вверху дополнительный основной свет. И тут уже получается подсветка раз и подсветка два. Кстати, вот эту подсветку можно подключить к Smart TV, и будет прям по цвету, как идет картинка. Из интересных еще вещей, тут у нас получается закрытый балкон. Очень круто обогревается. Но вот этот вот вид, ну прям хорошо.